Всем добрый вечер, друзья. Одесса, 10 мая 2022 год. Появилась в сети такая интересная информация, хотел бы вам ее сообщить. Сообщают, что Одесса – единственный город, который президент страны-агрессора вспомнил в своей речи по случаю 9 мая. Я, честно говоря, эту речь и вообще парад не смотрел, но уже неоднократно слышу о том, что Путин что-то упоминал про Одессу во время своего выступления. И сообщают, что это значит, что на Одессу у них особые планы. Об этом говорит Олег Брендак. По словам Брендака, сегодняшние попытки продвигаться на юг Украины успешно пересекаются в ВСУ. ВСУ на сегодняшний день держат крепкую оборону. Мы уверены, что в случае необходимости мы сможем отразить и морской десант. По сути, сегодня морской берег является фронтом. Вот такая вот, друзья, информация по поводу планов Путина на Одессу.